за мою такую открытку давали 10 американских. Настолько пользовался. Вот. Вот это оттуда, с 68-го года. Это накануне вашей победы? Да, да, да. Эта фотография на сувенирной тарелке была сделана перед Олимпийскими играми в Мехико, на которых выдающийся советский спортсмен Виктор Куренцов выиграл свою очередную золотую медаль. Всего в копилке почетного жителя Одинцовского района 150 наград высшей пробы. Виктор Григорьевич – шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион Советского Союза. Я проиграл за свою карьеру два раза. И два раза сосед встречал меня и говорил, ну как проиграл, второе, третье место. Ну что тебе, как надрали Нюшку? А когда выигрывал 150 золотых медалей, я соседа и не видел, не поздравлял никто. Вот первое, не опозориться, а второе, это все прошло. Жить надо настоящим. 5 апреля Виктору Григорьевичу исполнилось 78 лет. Праздничный день именинник встречает, по его признанию, в будничном настроении. Но многочисленные друзья с этим категорически не согласны. С самого утра непрекращающиеся телефонные звонки и незваные, но очень дорогие гости. Чтобы были друзья и здоровы. Встал поутру, сделай зарядку. К этому всех призывает спортсмен с мировым именем Виктор Куренцов. Он приложил немало усилий, чтобы в Одинцовском районе развивался не только профессиональный спорт, но и массовый. Заниматься физкультурой должен каждый, независимо от возраста, уверен именинник. Основной удар нужно субботу, воскресенье делать. Неважно чем. И на лыжах, и на велосипеде, и далее, далее, далее. Просто прогулка пешком. Но для этого должны быть организаторы по месту жительства. Рабочие разговоры прочь. Все-таки повод для встречи старых друзей праздничный день рождения. Кстати, точная дата появления на свет Виктора Григорьевича неизвестна. Это то ли 5, то ли 15 апреля, перед войной, как вспоминала его мама. Окончательно определиться с числом помог президент России Владимир Путин, который именно 5 апреля прислал на 60-летие почетного жителя Одинцовского района открытый с поздравлениями. Правда, на традицию собираться большой компанией в честь Виктора Куренцова это никак не повлияло. В доме именинника в апреле всегда было и будет много гостей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».